Алло. Кто-то тихо очень говорит, вы слышите? Алло, что-то говорит. Это у меня. А, это кто-то у тебя играет еще в комнате, да? Телефон называется, играет. Общается. Что-то играется в телефон. Я Сейчас я выключу думал, кто-то микрофон. хуярит там, пытается поговорить. Кварт-поле. Ты, кстати, этот вот тоже измени. Так и забыл, как между колоннами чуть-чуть назад встают РДДшники, а между колоннами чуть вперед встают хилы, или как хилы встают, я забыл. Вместе с РДДшками. Сейчас. По два нельзя, да, стоять? А вот смени этот. Польшка, дай мне метку, чтобы я метки ставил. Польшка. Да, он пофиг. Польшка. Блять, АФК. Сейчас. Ребят, вот только тактику напомните, я здесь был лет так 15 назад. Сейчас. Короче, ты рога, да? Нет, это маг. Маг. Да ты просто АФК стоишь и хуеришь. Мне надо просто понять, как хилы будут видеть людей через колонны. Надо их так ставить, чтобы они могли всех хилить, или не, или как? Надо же. Но я думал, прочь. где-то вот сюда вот типа РДДшки где-то вот так вот. Типа хил вот так вот и сразу два таргета. Вот здесь, и вот здесь. Хил вот так вот, а танка тогда как он будет видеть? А, да. Блять, я не знаю, тогда вот, где-то вот так вот. Это между колонн становится все. Что ты объясняешь? Короче, считай колонны. Я тут больше. Тут вполне хватает стать всем между колонн. Петя. Дай метки, чтоб я стоял. Что, мы все в одной точке РДДшниками стояли, и нормально. А нет, я, нет. Давайте все между колонн. Выбирайте между колонн, где становитесь в любом месте. Я лишний тут есть рейндж какой-нибудь или не, или по. Полишка. На, ставь. Дай им поможешь. Вот. Короче, рога, слышишь? Вот, становись. Ну, короче, ты вот так стоишь, бьешь этот, ой, блядь, ебать, метка. А черепа? Короче, ты в левую сраку бьешь, а я в правую. Окей. У нас вообще раньше есть какой-нибудь с тобой? Ну да, вот так вот, ну прям. Максимально. Ну ясно. Больше 10. Ну этого хватит. Ретрик, да, АФК можешь подхиливать нас, потому что тут дэмэдж такой неплохой. Ебашит. Ну, вокруг чисто бегает. А танк с центре. Плохо, ваншотник, тогда ваншотник. Танк с центре и все. Без вся него. Тактика. Давайте не обогрёте, пацаны. Вот это ты умный. Встали между колоннами, все полностью распределились. Геру. Сибусь-ка я отсюда лучше, ну нахуй. Рейтлер, ты можешь просто подхиливать. И массы вы это сдавайте. А, рога, и покикай косты, плиз. У меня просто с рогой будет проблема, если будет кикать. То есть вообще. Ну, как КД тоже не. А, вы это, священный огонь не спалите, не? Истерия, кстати. Массовые там, ну, хилуют сами, думаю, вы сможете накинуть. Ну, если бы таймер паралича был. Я не вижу, когда будет. Трейн. Трейн, слышишь?
Бля, вот тут вообще охуенный Девара. Просто катень. Да, нахуй. Что-то мы уже полбосса убили, блядь, паралича не было. Как он по времени, а не по хп? Быстро бьем? Бля, я микрофон выключил и с вами базарю. Истерию отдавал тебе. О! Паралич. Так, прожмитесь. Я бабл ебанул. Вар, у нее большой рейндж, можешь отойти подальше. Я знаю. Сколько я там хуярю? Ты на последнем месяце, 6 тысяч. Не, у тебя бурс нормальный, я тебе скажу. Ну, сейчас ты бьешь 6 тысяч. Дальше маг идет 6500, дальше исполин 6500, дальше рога 6800, потом шаман 7200, я 8200. А что это было? Она типа да смотрела на тебя? Она типа на полюшку смотрит? Она на тотем тремора отходила. Она ебанулась просто. Не, ты видел? Она типа смотрит на полюшку, но при этом не идет ему лицо ломать. Потому что... Нет, этот как а? Его... Саня же ее подтаунчивает. Полюшка, ебать. Отказывайтесь. Блок, меткость. Еще там меткости. Все откажитесь. Да, охуенные, кстати. Вообще пиздец, да? На протовара. Все, не уходите, я сейчас разрулю и дальше едем. Бля, я прям, не знаю, прям бомба, блядь. Охуеть. Две дырки, бля, прикинь. Сука. Здесь там и сколько. Ну прям, я не знаю, шмотка, блядь. Просто нет слова, блядь. Че, выходите быстрее. Иди, там походу разрулишь. Ща, я прицеплюсь, у меня там картошечка приготовила. Нихуя себе, пацаны в каре, блядь, картошку жарят. А потом, блядь, говорят, вообще 5 чё? Часов, блядь, 5 часов. Запорол. Сейчас. Он, в принципе, единственный танк. А это где-то? Ой, не туда. Да я здесь уже. Да я понял, я просто этот досмотрелся. Нам надо, блять, не шмотки ролить. Нам надо убить смотрителя, потом поставить 2-3 минуты перекура и потом уже, короче, дальше идти. Надо ебашить. Все, короче. Ладно, да, давайте. Надо ебашить. Время, блять. Не идите туда. Одного вцепите, одного. Да не бейте, ауе! Вихарь ему ебани, что ли, или что? Все, заебись. Сейчас одного на розы дам. Нормально, он сейчас придет. Он скидывает агропы, не паникуйте.
Заебет. Ты ИК уже танчил, Цыпа? Да, да. Солянова? Так, сейчас... Ну, на первом боссе второй танк. Ёб твою дивизию. Кстати, да, будет проблема. Я в одного танчил, первого босса. Он изи. Не, ну если типа ДПС есть, не вопрос. Там даже не ДПС, просто надо четко, чтобы люди знали, что, что делать. Зайдите, зайдите, зайдите. Ну там змеи довольно сильно в пьеры. Да захиливается. Не, если сапроты люди пьют, я типа смогу в одного. Ты и сапроту зачем? Там единственный босс, на который второй танк нужен, это Вальки. И то... Ну... Нет, наоборот, Вальки... Ну, ДКшнику можно и в одного, у него огород дохуя. И червей вообще без проблем затанчить. Поферяйте, поферяйте. Блять, самый конченый трэш. Ой, да ладно. Ой, нихуя. Хорошие ботинки. Вот такие на мишку хоть. Патрульный был уже. Трейн горный, хлопни. Слушай, Шурок, а зачем ты не даешь эти ботинки? У тебя же такие же разные. Нет, не такие. Здесь трое падает примерно одинаково в таких ботинок. И у меня двое из них есть, а вот таких как раз нет. Коллекционер? Не, они разные в плане стат. Не, ну это понятно, ну так типа коллекционер. Да, да, ну когда под что одевается, под комбо-то одно что-то одевается, там, под мукс-то другое. Вот эти, вот эти вообще уникальные, на них сразу и меткость, и мастерство. Угу. Капы ВК такие есть. ВК. С белых ключей я выведу. Я в тот раз эти ботинки друиду подарил. У вас ДК, кстати, нормально танчит. Довод вообще в качестве танка отвратительный просто. Ну, люди по-разному. Ты понимаешь, специально пытаюсь что-то там еще, блядь, больше таунтов давать, блядь. Потому что я знаю, что он ДК вообще трэш не танчит. Там только на ЛПшках, считай. Таунты, ЛПшки, блядь. Лужи это танки. Я... Дальше болезни, блядь. Ну, 24 появится, да, я... Ставки делаете? На театр. Какие ставки еще? Ну, ведьма, ведьма. Будет. Ведьму хочу, давно не видел, блядь. Вообще... Соточку поставишь на ведьму? 100 голды, что это будет Рамула и Жулиана. А я, ну да, я тоже бы на Раму поставил соточку. Но, увы, уже занят. Так что... Я шапочку ставлю. Ставлю 100 голды, что это красная шапочка. Я ос, это и есть. Короче, я ос ставлю. Ведьма, ведьма, что? Короче, сотка, блядь, полипал. Нет, красная шапочка будет, это пацаны. Ведьма, ебать, ведьма. Это будет красная шапочка. Это ведьма, ебаный рот. Кто у нас поставили? Сейчас смотрите, сейчас все мне голду скинут. Давайте, вот. Давайте, говори это. Пишите прямо, вот, ведьма, соска, я оставлю. Извлекаю.
пал, я помру. Надо же когда-то на ведьму ставили. А тут вот трэш все так же резается? Да. Да, да. Ну что, мы, кстати, на нем упадем, да, просто? Умрем, да. Я пойду себе еще кольцо. Не, если вот так можно ставить на одних и тех же, вот поставили, да, на одних и тех же, я тоже на раму поставлю сотку. Что, никто не падал? Нет. Еще давайте разъебываем. Сейчас будет эти. Смени вот, Олешка. Сменил. Итак. Дамы и господа. Ну давай, сука. Ай, блин, говно и гоните сотку, лошары! Это, короче, когда они вместе. Когда они вместе будут, Роха, посиди на костах у бабы, чтобы он не хилил. Окей. А кому сотку надо? Да тут трое ставили на Рома. Вот всем, кто остальные по сотке, тем, кто ставили на Рома. Так. А жареных гвоздей вы не хотите, реально? А кто ставил? А ты что, друид, съехать с темы решил? И что? Ты что, съехать с темы решил, падла? То есть ставки делаем, а платить по счетам не хотим? Ретрик, друид, а третий кто? Рога. Ага. А нет, Рога поменял потом. На Рома я и поменял. А уже поздно было. Нет, никаких поздно. А я тоже на Рома поменял, пацаны. Блять. Я тоже тогда поменял. Я тоже поменял его, пацаны, нахуй. Не, вы просто сами стали ставить на одних и тех же. Я ставил сразу на Рому, а вы сказали, типа, нельзя на одних и тех же и наставили. Короче, я понял, блять. Ржавый тотализатор. Пиздец, блядь. По соточке, ребят. По соточке. Все, блять, кинули вас официально. Пацаны, продам за 300 голды кольцо, блять. Реально. Это труническая сфера, 500 голды. 5000, в смысле. Не, но мне надо почту тогда, чтобы не поставил. Кто-то у меня все на почте, только камушки продал. Так, что-то тут не хухилить, да? Было бы хорошо, если бы ленточка выпала. Ленточка говно обоссана. Отстань, мне любая тринка пойдет. Лишь вообще, бы говно, а у тебя босса. Какие? Ну, одна с Левиафана, другая с Сэролка. Ну да, в принципе, с Левика можно это свичнуть. Говнище какое-то, блядь. Хотя хуй знает. А чё там с Рамула падает? Рамуля там падает? Или что там? Сейчас падает маскарадное платье. То есть, потом посмотрим. Отчаяние, двуручный меч. Ну и ещё там что-то было. А, ну и тринка. Флакон с яном. А, да, на Рогу тринка. Ну как, на Мутика больше, но я не помню, она здесь херово работала, по-моему. У Икея нет такой тринка. Он так причитает, пиздец, блин. Ребят, играем в бабу до 30%. Рога остается чисто на бабе и все остальные в Ромула. Вот, Рога на костах. Сейчас бабу оставляем и 20% и в Ромула все. Да, да, да. Рога остается на бабе, все чисто кикает. И чисто в Ромула играем. Еще можно ставить шамана. Чтоб чередовали, чтобы не проиграли. На скольких процентах? Там хватает. На скольких процентах на бабу? Или сразу на вообще, бабу? Вообще сейчас надо бабу до 30%. Мозг не обязательно ебать, они одновременно бьются спокойно. Типа параллельно бьешь и то, блядь. И все, блядь. Ну бейте.
Где ее брат, блядь? Че, Геру? И каст был. Шаман. Но у меня КД. Вот я говорю, садите шамана, блядь, с рогой на Джулию. Первого я сбил. А там просто подкорректируем все. Че там, истерия? Зато он тирамо, а что-то он вара пьет. Угу. Что за хуйня? Я говорю, блядь, надо сначала бить, блядь, от... Потому что ДК нихуя, блядь, не бьет. Полюш ХБР. Нет. Сова, давай. Отдыхай. Засранец. Все, шамана с рогой, оставайтесь на бабе. Бейте Рому. Че, будете бить этого? Ой, блядь, резать. Да ладно, я полежу. Сами да ебать, дольше бить будем, нахуй. О, работать! Она решилась. Ребаф, полюшку. Сейчас полюшка цифры будет крутить. Бери Кайло и вперед, солнце еще высоко. Вы там это, бабы-то не трахните. А только так и надо. В Рому, а как, слышь, Трэмми, он тебя агро сорвал или что? Я? Почему я сдох? Почему я агро сорвал? Алло, потому что вы ребят, бьете... Не ауешки. Потому что вы бьете цели, блин. Не ауешки, у этой там уже 250 тысяч осталось. Бейте в Рому лучи. Сидите на костах. Все, здесь сразу. Все, убивайте обоих. Нет помести печальнее на свете, реально. Отчаяние, пацаны, ролим. Меч. И ноги для меня. Ролло. Ой, фу, блин, слышь. Слышь. Духаст. Духаст. Отчаяние ролим, ребят, погнали. О, на ретрика можно, да? Это ты за лук. Ретрик и... Трейн что-то не... Не, сейчас по мейн спеку, слушай. Абифаздон. Абифаздон. ГЦ получается. Ну, у него вообще меч хуёвый. 13-й. У него вообще снакса. Чё, ложимся, короче. Так, поножи дух из земли. Это я хер знает. На кого это, по-моему, он... Это только друид. Эрдру. Все, а вы не туда пошли? Куда вы пошли, ёпарасы-то? Сдыхайте. Сдыхать. Нахрен вы туда... Гем... Не хочу, ладно. Смертники ебучие. Угу. Мы скинули с себя, блядь, бренное тело, блядь. Дамочка, меня бей. Ну вот, умирайте, ложки. Бля. Бля. Трейны не повезло. Да похуй. Че, через черный вход или как? Хотя у тебя какой нахуй вход? Зачем мы там почислили уже все? Тут два моба, блядь. Какие входы, блядь? Цыка меч можешь. А я что-то выбью, блядь. Я не знаю, пиксель, блядь, вонючий. Да, за самой. Ну, с Алексией есть. Пошли, 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 меч, пошли дальше. Какой чарится? Я, блядь, не Ты что там, бигбокс, блядь, ебашишь? Не, бигбокс, это, короче,
Это короче. Он просто ябнулся. Блять, сейчас, сука, я не могу вспомнить бит, сука, сейчас. Блять, ебать. Понял, короче. Я понял, понял. Тебе этот. Чуть-чуть бафнул, кстати. Чуть-чуть. Ой, бля. Все, хватит. По сотке на Киви за концерт и расходимся, ребят. О, не видел. Сотки на концерт? По сотке на Киви скинули за концерт. Центр за сотку. Садись, ебать. Маршрутчик только говорит. Это программа таксист. На центр за сотку, погнали. Это единственная в мире передача, в которой на не надо платить деньги за то, чтобы выйти, понял? Это телепередача «Сдохни или умри». Вот, вот кайф прям, прям чем классно, залетело как пушка просто. Гудлик пидор. Вот, поддерживаю. Это про передачу типа «Сдохни или умри», это когда на гневе пустоты, да? Ну тут да, тут бас. Пацан просто споткнулся. Кстати, можно, кстати, попробовать с первого клуба. Первого, давай только как в прошлый раз бегать будем, окей? Да. Ну так и надо уже, потому что там изменили раньше. Сейчас попробуем. Фаерлина сейчас, короче, блядь, кое-что сделает. Пиздец. Нет, и даст 80. На гневе ты будешь заморачиваться, Трейн. Почему? А мы чисто так вот по рофлу бегать будем по стеночке. По рофлу сейчас и... Блин, не, ну серьезно, не... типа ты будешь отводить босса на себя, а мы через телескопы по стенке будем убегать. А там, в итоге... блядь, сегодня бил, не надо ничего дрочиться. Там просто по стакам смотришь, блядь, и все. И ДК, нет, типа... так стаки теряются, типа. Так теряются стаки на дамаг. Проще, как мы делаем. Все, короче, кроме танка, идут к телескопу, а танк по прямой бежит. У нас ДКшка, он прожимает зеленку и выживает спокойно. Ну да, да, зеленку. Типа дышит она только в него, в итоге он отбегает, после первого дыхания он отбегает в стенку. Все остальные участники рейда тоже в стенку становятся, это и все, и так по кругу. Ебать, это что за тактика такая? Ебать, обычно... там гифка еще такая была, я ебу. А, гифка, бля, я сейчас найду. А мы, короче, да я видел. Кубок вкидывал. Все хуйня. Мы, короче, этот, пытались по стандартной тактике, типа до стены бежать. И короче, она доставала. Да. Там, да просто короче... кто-то позже бежал, и все. Да не-не-не, там было все нормально. Из одного человека... Значит, танк правильно ставил. Из одного человека... Так танк поставит, так и будет. Все. Да. Ну, хз. Я на X2 вообще, когда играл, мы бегали вообще к телескопу. Каску дайте по ДК. Там стояли, ждали. Да вообще по всем. Да я вообще рипал. Так, ребят. А, ну да, конечно. Предупреждаю сразу. У нас каска в седых холмах торчит. Кто не будет с Верой хуярить, тому минус 50 проу. А, понятно. Ну ладно. Ну что он в седых холмах забыл? Чарится. Он не чинится и пуху чарится. Да. Не, ну раз такие дела, я бы не проще слетать в ноги и зачарить. Я за ШП не буду бить с Верой, сразу говорю. В смысле не будешь, ебать? А как мне бить? Как, молча, блядь? Я пока доты, у меня больше нету... Не надо доты особо, палец кинешь, да, и кастуй пытку. Пытка, и херачимся. Палец кинь и пытку кастуй, этого хватит. Я думаю, за одну перегрузку мы его переведем. Надо сферы обязательно бить, помогать. Можешь кастануть палец перегруз. И следом взрыв, а потом уже пытку. Рога, выйди из рейда, ты бьешься. Или кож завязы. Да. Рога, зайди за танка. Я уже зашел, блять, в мир иной, блять. Вот, на ком это перегрузка ебаная, надо от других людей это идти. Шаурмен. Там дамаг усиливается просто. Последующие разы. О, видишь, сейчас шотник нахуй. Все повезло, блять. Да, сейчас поставлю.
Так, ставьте шкаф, короче, и давайте тянуть сюда ретрика нашего. Че, побанишь? Жмахните. Полюшка банит, мелких заливаем, разбан, и рога сидит на костах у большого. И так по КД с каждым. Ну, самой. Каску бахните повару. Блять, я сейчас суммонить должен, я не понимаю. Да он тут уже. Ты что, еще и рога купил? Давай, ебать. Все? Готовы? По-любому. Только что прям купил. Телефон, не борода. Блять. Да не сними, снимите бан, зачем? Просто херяйте. Да он сейчас убегать будет, зараза. Нормально в бане ему все стоит, если что. После блять, мелкий, того, залейте, и потом только Пацаны, вообще, ребята. Разбань, вы уже убили мелких, алё. Он разбанен. Пацаны, вообще, ребята. Это так будем говорить, когда, блядь, лужа сдохнет нахуй на гневе. Не, вот ДБМ, короче, озвучка ДБМ была какая-то такая. Пацаны, это, по-моему, бля, в Актинии, по-моему. Ну, короче, Selection Bills или с Enigma, если знаете. Короче, у него ДБМ стоял с кастомной озвучкой. Короче, когда ребрат крутил вихрь костей, он, короче, ДБМ орал на всю квартиру. Типа, пацаны, в Акте, ребята. Нормально было. Да это хуёво, бля, видишь, уже тысячку дал. Ты какая есть разница, дал и дал? Хи-хи-хи. Ну дал и дал, чё блубнить-то? Дал-дал, ушёл? Ну дал и дал, чё блубнить-то? Чтоб вы хилами играли всю жизнь, блядь. Я вообще, блядь, танк по натуре, блядь. Блядь, почему он в фире, блядь, бан не... Полюшка. А, ну стан ебанул, заебись, блядь. Минута спокойствия, блядь. Ну все, я не теряю. Если ты еще агро удержишь, нормально. То он скидывает. Так он скидывает агро. Угу. А еще чаржится, блинкается. И вообще охуевший. Кстати, у меня важное заявление. Полюшка, пошли. Мне кажется... Пошли, пошли. Возможно, ты лидер! Вот опять, спасибо. Где ж... Никто ж не помнит этот раф. Ты ж его не каждый день крутишь. Ну да, не каждый. Я уж забыл, когда последний раз я это врубал. Когда мы с тобой на БГ бегали, когда Гудвик зашел. А когда это было? Когда мы с тобой на БГ, сколько, 5 БГ подряд проиграли? Ну, чё, разбан. Так когда это было? Да я не помню. Ну вот. С тех пор я не вырубал ни разу. Так, пойду заранее портал поставлю, я же профессионал. Нихуя. А куда он? На портал на твой, наверное. В доллара. Но так или иначе, Гудлик. О, смотрите, имба, уф! Слушай, а это ж писал, по-моему. Не, ну реально, без дров. На комбата. Охуенная. Ты же, да, у меня, по-моему, такие же. У меня такие же. Если друид хочет, могу вступить. На кота сойдет. Забирай. Чё, забанит? Блять, мужики. Блядь. Бля, мужики. А как он разбанился, слышь? Лудружник. Да он охуел вообще. Не знаю, бывает скидывает. Мне кажется, у него тринкет. КВПшник. Разбан. Классно. Косты сбивать можно так-то, блядь.
короче. А у нас просто шаман ДК маг ленивая. Ну и Робер Сварг. Не умею. Последний я как раз разбил. Смотрите, пацаны, как надо кастовать. Не надо на рогов подмывать. Вот, смотрите, смотрите, вот он кастовать сейчас что-нибудь начнет, да? Вот смотрите, внимательно, а мана у него нету, что он кастанет, правильно, правильно? Да, да. Вот на следующем, смотрите. Нихуя разъебали, пацана. Блять, ну. Делай. А Варна ж вообще даже не пытается оправдаться, что он косты. Ну вот, гляньте, он опять разбанился. Вообще, Вар тот еще. Не можно, я Вармсе. Шо, вот это на диктофон записывал или что это? Нет, это просто видос. Достаточно поставить паузу. В нужном моменте. Смотрите, смотрите, он сейчас надо кастовать будет. Смотрите, смотрите, он сейчас кастует, смотрите. Оп! Нихуя. О. Вот это да. Ну ничего себе. Видали, да? А я это даже прям убивал. Уровень. А вот это видели? А вот это видели, блядь? Стан просто, блядь. Конец коста, блядь. Понимаешь, я лоб. А куда у него сразу 300 тысяч манны делать? Это я станом своим забрал у него, высосал, блядь. Хуя себе ты сачил, ты только манну можешь. Да, ну да, узкопрофильный. Специалист. Пацаны, заходим в колонны эти. Заходим, сейчас буду профессионалит показывать. А я могу сфулить его, чё, блядь. Сейчас он уйдёт, подожди, блядь. У меня ранжа, да нахуй, 60 метров, блядь. Главное, чтобы да. Он на дальнюю точку отошёл. Вот, вместе с ним фулится, держи тебя в курсе. Сейчас это идёт. Просто ебать. Одновременно нахуй. Давай отсюда. Прям змеюку добьем. Главу ты не сломай. Давай, Коя. Блять, рога кикает, прикольно. Так, вообще, это, каратека. Коя, ставь пока метки. Да чё там? Я слышал, короче, на частицу у вас это, рыбу все, да, дайте. Свапаются? Рыбу дайте. Чё? Рыбу, сейчас я разролю шмот и поедем. На частицу все, да, свапаемся? Да, 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 вообще все. На искру. Кроме последней. Ролл, последней не свапаемся, на последней просто босса херачь. Перчатку, ролл. Технически не последняя, а десятая. На девятую, на десятую. После девятой. Да. Это с кого? Это с этого? Первого. Окей. Если никого не надо, так. На успех на кота. Не, ну перчатки-то красивые, прям хорошие. На кота сойдет. Дробяшка, реально, пацаны. Ой, а поезд, а забери ты себе, слушай, оно ж нормально. А ну, чики-брики. Так, оставь танк, оставь. Пойду покурю, пока вы тут рулите. Потом Роба, тебе она нужна, кстати? Рога, давай. Не, ну протику она хреновая. Но... Не, я просто для ПВП взял 2.6, она просто мне получше, чем дэмэджа. Кому там? В ВК, кстати, дробяшка получше будет, вот это, шлифовальщик. В ней сокет есть. Так, в ПВП надо наоборот на сейф. Там выносливости где побольше. Да нет, да вот меня, ты просто мою не видел. 200-ю. Да. Ладно, похуй. Идол. Ну, сразу эрдру отдавай, что ты нахрен ты его линкуешь. Вот, кстати, вот этот СК падает на барак. Ой, друг, а я что-то спутал. У Арюшки-то у меня не такие, 226-е у меня, а эти 232-е, ой, я тебе их отдал. Надо они тебе сильно? А ну, рольни. Ой, это танку, блядь, он АФК, не рольте никто.
Так, ладно. Сейчас. Зачем танку такие-то? Чё? Друг. Друг. Ты только... Что? Протик и... Протик или... Ральни. Лара. Давай я на протопава заберу, блядь. А, во, вот эту хуйню. Тебе, слышишь, вар, тебе надо вот эту перчи, блядь? Они же с блоком. Так это не мне, это же ДК. ДК, блок не носит. Не надо ему эти перчатки. Ну, ну они, типа, ну ладно, похуй, пускай. Ну типа, ДК-то не носит. Блок. Не надо позориться просто. Не, я понимаю, но там меткость и защита, они лучше, чем у меня. Левую руку. Много раз. Не, забирайте, похуй. Левую руку, кто надо? С духом. Серо, сейчас Т4 оденешь, зачем тебе эти перчатки? Ну, ну так-то да. Я понимаю. Давай мне, давай. Я просто протопал там, блять, охуенно. Не, не, забирай, забирай. Где ты? Кидайте, обмен кидайте. Да ты где, ёпта? Да ты вообще потерянный. Да я привык, что ты здоровая корова такая. Минус к хосте, бля, ну похуй на нас. Перчатки. Ой, рецепт какие-то сроил. Чё, готовы? Ну, вроде бы. Сейчас я посмотрю. Вроде бы, да, все. Погнали. Тактика простая для пугов. Появляется сфера, все сферу. Сферу никто есть, не будем бить, не будем быстро сливать. Она ебашит, ну, мама не горюй, будем вайпаться, так что... Минус 50 кроллов сразу, да. Кто первый. Хилы, готовьтесь. Геро по команде. Бля, чё так жестко? Чё сразу начинаете? Лут. Лут, рога, рога, алло, рога. Собственно. Ну, чё поделать. Потом присоединиться. Сейчас бурсты не тратьте свои. Сферы играйте, главное. Искра вышла. Быстро залит. Больше, больше, быстрее залит. Хорошо. Вторая вышла, искра. Быстро влились. Еще одна искра, ребят, быстро. Что-то очень мало дэмэджа по ней. Да, не знаю, нормально, выстрел нормально. Да, не, нормально, успевают люди. Не, ну понятно, но я чисто просто выстрел играю. Искра, искра, ребят. Где она, блядь, я ее не увидел. Все правильно, на перефазах поддамажите в босса. Искра, ребят. Хорошо. Я там нормально разогнался по этим сферам. Искра, ребят. Она ничего не таунится, ни хера, блин. Искра. Да, подойдите все под жопу, почему милики бегают. Искра. Парища. Искра. Сейчас последняя вылезет, ее не бьем. По-моему, это последняя, да, будет сейчас? Все, Геру давай. Геру давай и в босса влейте. Все, сферу не трогайте, Геру. ЛПшки, ЛПшки, ЛПшки. Только ЛПшки. Только ЛПшки. Да, сферу ЛПшки. Ты ебашь сферу ЛПшки. Да, у нее не восприимчивость к таунту. Сфера удалили, сфера, погнали. Бросили босса, по сферам. Бросили босса, все сферы вверх. Минус один. Ну сейчас БР один. Все должны стоять под жопой, все падает. Да, и БР улипало. Не надо БР, тут три человека упали. А, да? Бля, лучше бейте вы эту сферу, не гонитесь вы, блядь, за этим ДПСом, сука. Ой, бля. У вас из-за этого и вайп и произошел, блядь. Короче, смотри, ЛПшку кидаешь просто в искру, и она будет на тебе. Она не таунит. Я еще раз объясняю, слышно, что я говорю? Я тебе еще раз объясняю, ЛПшка у нее невосприимчивость к таунтам. Даешь ЛПшку, она набирает акро на сфере, она идет тебя бить. Блять, ну не идет, я что, не кидал ЛПшки или что? Не знаю, наверное, не кидал. Ну, вот сейчас на мне была, ты в нее кидал? Сейчас, секунду. На мне сфера, которая стояла, минуту. Короче, РДД в красометке будем.
Я это говорю не просто так, я танчил за ДК этого босса. Кидаю ЛПшки, и все сферы, они постоянно в миризоне в ногах босса были. Вообще никаких проблем не было. И там... Блин с ним, все, пофигу. Ты как бы, когда вот 10-я выходит, он уже кастует сразу прилив. Ты в нее 2 ЛПшки дал, и дальше по боссу хуяришь. Руники, хуюники, там все прокает. У него увеличенный дамаг, по нему ты агро хорошо набираешь. А сфера при этом находится на тебе в мини-зоне. Ебать, у нас ретро-кар побочный. Что-то сейчас только заметил. Вот кто умный? Шаман умри. Будешь знать. А, понял. Ой, у кого ж такая жопа жирная? Короче, бежал наверх, какой-то моб навстречу мне бежал, блядь. Думаю, ну ладно. Как и ожидалось, рыбацыпа. Кто-то там дошел, может посумонить проще будет. Да, я не понимаю. Сейчас этот вайк, он типа, я виноват или что? Ну, технически вообще весь рейд, потому что, вот смотри. Босс кастует прилив, да? Он весит 100% маны. Потом, как только резнул, он сразу начинает звезду призывать. Это сразу прям. Но до этого звезда недобитая была. Она фулловая, хп стояла на мне. Вот. Вопрос можно, почему хп стоял на РНЖ? Потому что, когда искра дает дамаг, то дамаг будет по всему рейду. Ты хочешь, чтобы весь рейд дамажила? Ну, она пошла на тебя, по итогу она осталась. Хотя она должна была закливаться. Правильно? Она должна была закливаться. В нее даешь ЛПшку. Я же тебе говорил, что нужно сделать. Ты ЛПшки не давал просто, я же видел. Так, говорят, вот, мне подсказывают. Я видел, ты нажимаешь там, а там не восприимчиво. Ну, блин, а что вы спорите? Ну, если бы он не ДК был, а если бы он варом был, и что? Теперь Холику не надо в миле стоять, что ли? Я не понял. Ну, на РНЖ 50 лет. Ну, это правильно. Все должны стоять. Не надо оправдываться. Ты, Холи, паладин, стой в миле-зоне. Я постою в мили-зоне, ну, мана у меня нормально, просто... Какая разница, да? Подожди, во-первых, никто не спорит. Закончили гонор, все, успокоились. Какой гонор? Никакого гонора не было. Я просто говорю, давай ЛПшку. Он сказал, что таунт не таунтится. Я говорю, ну не восприимчивость к таунту. Это все нормально было сказано, никаких предъяв никому не было. Слушайте, мне тут подсказывают, что надо стоять вообще одним кампом здесь. Да все забейте. Все в миле стоят и ебас. Все, стоим все в миле, пофигу, хорошо. Саня все в миле. Рыба была? Меня 2 раза убили, убил моб 2 раза. Я бегу. Никаких предъяв не было, блять. Я просто танчил за ДК. ДЛПшка сферу давал, она была под ногами босса. РДД были на РНЖ, их вообще не дамажило. Дамажило только 2 милика, и все. В чем проблема была? Я не знаю, в чем проблема. То, что он не таунтится, я увидел сразу, кинул таунт, там была невосприимчивость. Слава, все, ладно, все. Не, ну просто, я же по-русски говорю, я же не говорю, кто там мудак там или еще что-то. Я сказал, как есть, блядь, какая механика игры, все объяснил нормально, блядь. Никаких предъяв не было. Ты ДК танчил, ну сейчас, здесь на X4 уже танчил? Конечно, видео могу скинуть на YouTube, есть фулл видео. Именно на X4 танчил? Конечно. Вот прошлое КД. Все, забейте хуй, блядь, забили. Ладно, из мухи в слона нахуй. Да не, никто не раздает, не, я просто говорю, что... Нет, я знаю, что было такое на... Подожди, на чем? На X1 было такое, на X3 тоже такое я было. Я на X1, X3 не играл, я только X2 и вот X4 играю. Олюшка, давай там с дивана вставай. Что? С какого дивана? Я бегу, ёб... Давай спринтер, соточку. Ага, спринтер. Плинтер, да. Просто, и он там вообще бежит. Он прибежал уже.
А грипп, кстати, не работает? Ни грипп, ни таунт, у них не восприимчивость вот эти сферы. Просто ЛПшка, она огромно набирается хорошо. Все понял, ладно. Просто надо сразу куда сферу. Проще, например, давайте, чтобы избежать вот такой фигни, может, давайте под Герой сначала сферу зальем, она там, бля, полсекунды заливать ее, реально. Под Герой, если... Да там самое главное просто... Самое главное, чтобы кто-то ударил ее, чтобы она на хилов не шла. Я просто не успел. Я... Давайте, ребаф, погнали. Давайте приступав там, вся хуйня. Арчи на пол. Копал. Череп. Просто устояние в одном компе тоже есть, блядь, подводные камни, когда весь рейд будет дамаг весь ловить от сферы. Ну он так и так будет ловить весь. А так он не весь ловит. Ну один не будет ловить. Будет ловить только 3 милика и там и все. Нет. Она туда-сюда ходит по-любому. Не ходит, ебать, ЛПшки, говорю, даешь и все, она никуда. Ну стойте, короче, делайте как хорошо, хотите, мне попробуем. Просто подсказали, я подсказал вам, а вы как погнали, хотите. Погнали, все, успокоились. Сфера. Хорошо. Дальше босс. Сфера. Блять, работают ЛТшки вроде. Я же говорю, это же агронабор. Сфера. Хорошо. Сфера. Давайте чуть посильнее вливайте с неё. Сейчас вторая появится. Сфера. Ближе стань сюда, чтобы мы... Все, дерево отошло, видите, мы бегаем. Сфера. Дерево, стань ближе, 2 шага вперед сделай. Еще. Угу. Так. Дальше, сфера, еще одна есть. Блять, ЛПшки оставляю на сферы, и по итогу я не набираю агрос босса. Нормально, у тебя не переживай. На этой, на фазе наберет. Последние 2 дашь в ЛПшку. И на нем потом наберешь спокойно. По нему будет увеличенный дам. Геру. Залейте сферу. Геру. А, не понял, а куда делось? Отдал. А куда фаза делась? Не это знаю. Все, забейте. Сфер больше не будет, судя по всему. Это что, гриб был или что в боссе? Ну вот, сфера. Ой. Прикольно. Бейте. Интересно. Бейте босса, я там соло сферу забью. Вот это прикол. Это баг типа? Блять, да. Меня залагало. У кого залагало? У Полюшки. Сфера. Бейте, активнее сферы бейте. У нас минус 1. Я вышел, нет? Нет. Пока нет. Сфера. Не знаю, я прям прям... Прожмите брусты. Я вышел? Пока нет. Сверху яркие, ребят. Что за х... Блять, ебаная стандартная. Все, первый вышел. Стука. Найс. Ебать, мне везет.
Так, лол, при перезаходе тебя всегда кидает. Да я не про это, за то, что залагало. Две сферы. Сверху я. По сфере. Прожимки отдайте какие-нибудь. Ебать. Тут массивы, может. Пусть и прожимки. Все, бейте по боссу. Сферам. А кто вот заберет? Никто получится. Передай, передай мне это. Утера передай. Сферы, сферы играйте. Блин, мне кажется, кто-то вот не играет. Нет. Блять, быстрее, быстрее, быстрее сейчас. Потому что я прям, ну, блять, полностью. Истерию отдал тебя еще. Я даже босса не бью. Так и не бей. По нормальной механике вообще, на нем должен быть щит, который вне прилива сил снижает урон на 99%. Потом. Давайте хилы заплатили. Еще две сферы и переходка будет. А лучера хоть передали? Да. Да. Все должны перевести. Нет, еще. Ебать. 15% он переводится. По сфере, больше. Бурсты отдайте, крылья там, ретрик, блядь. Всю хуйню. Все, убейте сферу и все. Это манекен теперь. Лут, Полюшка, ты здесь с нами? Да я передал лутера, успокойтесь. Лут не трогайте, он пускай в инст идет. Польшка передал. Ой, шо это? Нет, лут не трогайте, пока он не зайдет. Опции не открывайте в плане. Да, не жмакайте по боссу. Ебать, мы его колупаем долго, я иду. Блять, вас не смущает, что как бы у вас минус один человек? Не? Не смущает? А что? И что? Который дамага вносит херву гору. А ты чекни, портал есть? Портал сюда. На смотрителя, в библиотеку. О, вы убили? Да, убили. Да, зашел. Бля, горожан, разрушенная лестница. Ты где, блядь? Я где нахуй? Ой, нет, пизду. Все, можно брать уже лут, да? Он в инсте. Нет. Нет? Я ну, пускай он возьмет. Блядь, а что по ДПСу? Сейчас скажу, что по ДПСу. Вар на первом месте. Шаман заебись. О, Оли, рассекающий на кливом. Угу. Ну, заебись, что. Фурье, наверное, было 9 сейчас. Там-то и вихрь еще, блин. На, по порталу, наверное, жмакнуть надо. А ну, подойди к порталу. Да, сейчас я все сделаю. Да, активировал я портал.
Все, он тут. Все? Да. Мне кажется, кто-то лут тронул. ОД мы почему-то... Не, ОД лутается не с босса, а при убийстве босса. Да. Ну, ты зашел, да, все? Паладин, разбойник, шаман. Да. Я, короче, можете дальше идти, я отлить это шел. Что, все, можно смотреть лут? Да. Паладин, разбойник, шаман. Все. Плечо, не знаю. Шова сам там разролишь, я... Кофе налью пару минут. Ну-ка, Шова, дай проверить, наверное. Дай мне лутера. А, я же забираю, да? Рольте, паладин, разбойник, шаман. Злой маг, ГЦ. Давайте. Ролим плечи. Кому надо. 5, 4, 3, 2, 1. Никому. Че, перерыв? Давайте маленький устроим, не знаю. Или может, кто не устал, давайте трэш почистим. Я пока смотаюсь в ноги, поставлю чарку и камни. Так, присумуйте, сейчас полюшку, шкаф ставлю. Присумонь, слышь? Войд, ты тут? Сумони меня. Или кто-нибудь сумоните. Угу. Голда хоть появилась, блядь. А у меня 25 голды. 25 тысяч. Сегодня рецепт продал за 15. Прикидывайте, какой-то олень купил, короче. Рецепт на наручи 245. Но только на них надо сферы рыцаря. Какой-то рогом мне отписал. Я там ставил на этот какой-то. На аукцион, и они с аукциона слетели. И мне рога пишет, типа, а ты продал на наручи рецепт? Я ему, не продал. Ну, типа, давай мне за 15, я ему за 15. Меня потом спрашивают, а где сфера рыцаря брать? Я говорю, хуй его знает где. Нигде. Я тут. Чё там? Чё, магазин обновили? Тебе нужен? А, нет, здесь. Связок с Атриню добавили. О, скоража на Атриню добавили. Конди добавили, кондиционер добавили, блядь. А Т4 не добавили, сволочи. Зажали Т4. Ну, видимо, Конди уже кого-то выпал, в отличие от тебя. Да, жалко. Хочу Конди. Что там будет с ролью у Т4? Шаман. Я видел шаман. Злой маг. ГЦ, кстати. И теперь надежда на Мауча. Не-не, сейчас такая вторая будет печенька. У нас с Т4 забавная ситуация вышла. А? Так, нет, ты-то... Блять. Да, полный. У нас за 2 КД забавная ситуация с Т4 вышла. Первая Т4 ушла Присту, перчатки. Вторая Т4 выпал шлем, ушел ДК. Потом выпадают перчатки, паладин упал Присту, уходит шаману. И падает точно такая же башка на ДК, чернокнижник, маг, еще там кто. В итоге вторую башку... Чтобы книжки можно было собирать. Лут. Но в итоге эту башку уже отдаем чернокнижнику. Что там? Все, пал. Что, курит еще, да?
Это я хз, это не ко мне. Потом к Шове или к Войду. А чё мне-то? Че, ну вот спрашивают, латные наплечники за воевание Турлиона. Стоит покупать с этого? Ну это для ретрика, я не знаю, там какие статы надо. Для ретрика покупай плечо и ноги, два куска. Типа у меня чё, плечо, у меня плечо и грудь. Плечи чё, сбери с меткостью и ноги подойти. С мастери. Два куска бери. А никому же квест не нужен, по квесту не пойдем. Хотя нахуй, не пойдем так. Ну, мне нужен. Смотрите. Да он уже у всех сделал. Серьезно? Да, вот пирожан ходите уже вторую неделю не сделал бы квест. Так я первый раз иду. Я не был тоже. Ну ради двоих не думал, со что я морочусь. Ну ладно, пошли сделаем хрен с ним репутация. Кстати, для хилов тут книга лежит. Вы в курсе, это, какие буквы там в конце надо смотреть? Чтоб миликом не бить там. РДД. Я сейчас шкаф поставлю, куда вы с умольницы брались? Сейчас одного убьем. Короче, когда... Вот милики, стоп. Когда буква М, вот в этой фигне, то милики стопают. А когда буква С, то РДД. Искру залети только. А буква R еще для хантов, если у нас хантов нету. Тебя может нет. Вот М опять милики стопает. Да где ты это смотришь? Вот красными буквами, видишь, пишет. В чате он смотрит это. А, активация вот это и последнюю букву смотри. Ага, это если М, то милики стопают, да? Да, если С, то СПД типа РДД. Ага, все ясно. А то будет обратка идти. Вот, у меня, кстати, две книжки, если надо, кому. Сейчас скажу, чьи. Одна заклинание исцеления с некоторой перезовут призрак. Одна хиловская и вторая. Это дополнительный урон от темной магии. Ну это он ШП отдай книгу. Давай, хитрейд, кроги. Кому там что надо. А хиловская ШП? Надо двойку сумануть. Это ШП ты, Исполин? Да, Исполин ШП. Нельзя применить к этой цели, пишет, слушай. Шова, успокойся. И просто хил, давайте кто-нибудь. Трейд тоже роди хил. Все? Ты помнишь неоспоримого? Неоспоримый? Хил, блядь. Элем. Не помню. Знаю неоспоримого. Помню. Помню. Че, он у вас был? Нет, да он, блядь, мне кажется, тоже вся. Аккуратно, эти мейки, они взрываются, поэтому с ними... Там дамаг большой, надо. Надо станет в конце. Отведите, сейчас зацепите этого. Его все равно сейчас бить придется. Да, ему придется бить его. Быстрее этих разбейте. Да, в принципе, 800 хосты уже более-менее адекватно. Милики. Милики искру как раз. Какой охеренный салют ебачит сейчас за окном. Чё за праздник? Каких делов, ага.
Ну, это все могут бить, это для хантов, типа. Может, для хантов. Эту книжку не берите. Ага, понял. Сейчас этого подтаунчу. Есть у кого джипс, если что? Пока желтые еще наручи, но они скоро станут красные. Видимо, нет. Сейчас там змея еще даунт. Видели на Уфе килл Сильваны? Не. Там вообще ну его. Там вообще так запутано все. Ничего не понятно. Сейчас бы переживать за Уфу. Искра. Сидя на пиратке. Ой. Да я не переживаю. Ты что, интересно же. Мне лично интересно. Вообще этого думаю, персонажа давно пора было на пенсию отправлять. Писовые пацаны, верите? Да, это мое кольцо власти. Кольцо всевластия. Одно кольцо, чтобы править всеми. В темную цепь с куетах. Ба, чего там лутаете, блядь? Книжки. Книжки. С плесенью какие-то книжки. Все, дисплей у вас. Сатришки лет. Ну, вы можете спрашивать, я вижу, какие можно лутать, какие нет. Над которым кристаллик висит, не трогать, пацаны. Ну, да. Трогать. Можете лутать. Все просто. Ну представьте, что пороги видят. Не, в смысле по дороге. Ну это ловушка. Вы все видите кристаллики. Мы все их видим. Значит, это книжки без ловушек, это обычные. Я понял, такое кто не видит. Опа, РДДшники, пацаны. Не знаю, враги РДДшники. Чуть не обыгались. Руги вообще стопать нормально уже. Яд тоже считается спел. Да, мобы жирные, репутация. Угу. Ну, вправо надо. Еще. А, точно. Пожалуйста. Берем вот так вот, рыгаем на них, короче, и вот все изливаем. Смотри, тут картины какие-то есть, блядь. Кстати, ребят, вы полюшку вообще не слушайте, он за хрень полную несет. Смотри, вот тут еще игл. А что я несу? А достаточно вспомнить, как ты заруинил трай этого. И как? Ануба. Ануба? Ануба, да. Я все охрененно говорил. Не надо шоу. Да, даже да. Как мы смогли довести паука до того состояния, чтобы он дотку не затикал. Как это мы этому совету обдотывали его? В итоге выходит второй моб, мы просто ломают лицо. Офигенные советы. Да, у моба 50 косарей оставалось. Ну, да, бить. И в этот момент выходит второй моб. А вот земля на второй переходке. Вот весело. Да, и просто выходит еще один моб. Мне так бы вышла берса, понимаешь, Шова? Так бы берса вышла. Не вышел там берса, там времени еще с запасом минут 5 было. На ласе так? На ласе так было?
На нубе. Короче, смотрите, объясняю. Вот когда ДПС, ну сейчас впритык как бы, типа три разрывания еще можно типа убить, но там прям под берцу убиваешь. Вот я убивал, 5 секунд оставалось. Но это опять же если все живые. И нормально убивать это когда два зарывания, и вот до третьего остается моб, который перед зарыванием. Его не бьешь, и потом до 30 доводишь под геры, и потом уже моба убиваешь, а потом уже босса спокойно бьешь. Надо видишь? Так. Ну не знаю, мы спокойно убивали и с тремя зарываниями. Ну я и говорю. Через пул убийства мобов нормально убивали. Я и говорю, и так можно. Видишь, я по первой тактике типа действовал. Ну, я нахреновая. Я ж не виноват, что ты хиленький танк такой. Стоишь, иди сам потанкуй. Когда тебе два моба нахуй, ты бахнул. Чего, я ж прикалываюсь, что ты, блядь, все воспринимаешь. Алло, под конец. А ты кем танчил? Паладином? Под конец стан дайте. Да, бля, почему так больно? Чего, кем ты танчил? Паладином? Да. Я тут прикалываюсь, он все серьезно, блядь. Да, блядь. Да иди ты в жопу, блин, ну как я с нуля на 100% агро поднимаюсь? Ну, скидывает, он агролист скидывает. Говноед, блин. Стан под конец. Так, на Винце, кто, блядь, вайпнет рейд минус 50. Никто не вайпнет, уже все адекватные. Посумуните, у меня, короче, красный ремень, мне чиниться надо. Я Джукса поставлю, куда, какой сумуете? Я Джукса поставлю. Было один. Это, вернись тут. Чисто такой, это, все тут адекватные, и чисто такой полюшка посреди венца. А что, если я нажму вот эту кнопку? Спасибо, Шова. Хорошо, Шова, ЕПРСТ. Все, ты успокоишься сегодня или нет, ты? Нет. Я там первый ряд дохерища лет играю, я тут знаю все. Я буду тебя хейтить до конца. За что? Я не понимаю, за что? Что я сделал? За все хорошее. Блять, что вот, то, что ты правишь, то, что у тебя на БГ лоустрик 1 к 1 000 000, это не моя вина. Да мне на БГ как-то пофиг. Ты рейдер уйнишь, падлот, своими советами. Все, хорошо, ты самый главный, что вот, все. Не, просто... у нас это вообще-то другой главный. Ну, просто который есть... Mortal и эти оверы пихают. Просто есть два вида РЛов, которые видят чудеса и которые четко понимают, что к чему. Типа чудеса, они, конечно, иногда случаются, но все равно это математический расчет какой-то есть. В смысле какой-то? Дайте агротайм немножко. Здесь фул математический расчет, код машинный, что ты, блин, хочешь. Ну, чудеса это из разряда, ты веришь в то, что танк будет уклоняться, когда на нем настакано плюс 100 физического урона от паука. Или еще больше. То есть в этом плане самая правильная тактика это убивать пауков обязательно. Ну чё, пошли кондей выбивать шансом 10%. Ну-ка, иди ты нахуй, блядь. Какого хуя? Кто от меня не стабилкой диспелил? Чё за нестабилка? Ты о чем вообще, дурной? Бля, вы пиздец вырываете. Все, красный ведь. Ты вообще сдох от того, что у тебя мобы пихнули огненную стрелу, а потом и жгучую боль еще. Проклятие обойни, огонь, огненная стрела, жгучая боль. Ближний бой, гомункул. 5 и 8к. Ну, так Сова. Вы забыли просто, что на пола нету. Аккуратнее играйте просто. Сова, что, почему ты меня ударил? Скажи, пожалуйста. Чего? Гомункул? Написано, гомункул, ближний бой. 5800 дамага влетело. Зачем ты меня ударил? Поставить его или нет? Джеймса. Давай, ставь. Да, да, поставлю. ХД. Пошли, дойдем до конца.
Джип стоит, кому надо. Что-то там... Нормально. Ты звонишь, либо что-то... Что-то показать? Не, нормально здесь целителей такие. Четыре девчонки такие прикольные. Давайте, сейчас рыбу мне подхватить надо. Вот, поменяй. Пуги были тут? Да, это манекен. Не, ну понятно, там надо... Ну только в цепи свечится, и все. У нас два хила, поэтому не надо свечиться. Короче, тут с плагера, Гелрега первого, он апает нам 10% дэмэджа, и можно просто хуять в какой-то. Так, короче, на пол. Я думал, паладин наш, блядь. Пуги, вступайте к нам в гильдию, чё вы? Всё, все готовы, всё? Можно. Да. Дайте ему этот, набрать игру. Давайте не обозрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Да пуги просто видят полюшку и сразу думают, да ну его... Ты не Пушова, ты больше всех их отвлекаешь. Слышь, старичок, успокаивайся, я тебя не губим, блин. Не трогайте цепи, бейте босса. Бля, может вы по трэшу немного дадите? Можно забрать. Забейте, не трогайте вы этого человека, вот. Бейте, да. Бабло смотрите. Кто в цепях? Представь себе. Я в цепях могу бить. Я, короче, быша закрутил, и мне в цепи ёбнуло. И... Добись. А, это беса моего, что ли, в цепи кинуло? Понял. Не, я говорю, меня цепи кинуло, когда я бы шахнул. Не, просто сейчас цепи висели такие. И меня багануло, походу, я мог бить. Кто это? Ретриской бури не хватает. До четвертого. Хм. Да, то есть теперь она точно такая же, по-моему, только у нее прок есть еще. Она усиленная в три раза. То есть обычная по 10 тысяч критует, усиленная по 30 тысяч. Ну это минимум. Нормально бустит, бля. Ой, блять. Лучше всего будет в крит вбиваться. Если чем чаще она критует, тем больше дамаг будет. Если она не критовая будет, это вообще тот еще позорище.
Сейчас кондёр упадет. Сразу два. Было бы неплохо. Все, game over. Сука, не упал. О, у нас такой же лут был. Ну, грудбук хотя бы. У нас вчера, кстати, такой же лут был. Все, вот, кстати, дробяшка неплохая. Да, дробяшка хорошая. Кините сразу грудак, пацаны. Рольте, кираса. Не хапало, да. Когда ее скинул. Да, хапало. Дробяшка. Рога коллекционерна. А тебе не надо? 5, 4, 3, 2, 1. Дай ПВПшну уже возьму за 1.9. Понятно. Мне самое главное с вас за топор. Кстати, а завтра что-то есть по рейдам вообще? Все, погнали. Хочу завтра и Кару, друид без КД. Подойдите ближе. Кто будет собирать? Вам Ханс не нужен? Начинаю со своим составом ВК, пойду в понедельник. Надо второго вара качнуть. Ну, в понедельник на сутку. Чтобы тоже ходить двумя варами. Так качай другого какого-то персонажа. Я вот тоже думаю, вар мой любимый перс, а надо шамана делать, потому что шамана везде берут. Шаман — нормальная тема. Фронта возьмете моего? Куда? Ну, Карай. Посмотрим, у нас там уже есть один хан. Тови, не идите, он херня научит. Не, это к Полюшке не идите. Не-не-не, вас... ты стрелки переводить. Ты стрелки переводить, человечек. Все, человек ходячий рофл, все, спокойно. Заходите. Стоп. Заходите. Шаман. За него здесь шаман не будет. Все, на огненном венце не бегаем. Появляются элементали, ДК сдает этих бомжей, ферряем этих элементальчиков. Все. На близарке нихера не делаем. На притяжку убегаем. Тоже манекен ебаный. На венце минус 50 ровы, если кто-то вайпнет. У меня палец на пробеле. Сразу, сразу предупреждаю. А кстати, на ком, под ком типа венцовой лужи вот этой нету, и можно бегать? Пофигу, не бегай, не искушай судьбу. Не, вообще так, типа по тактике. Я хз. По идее нет, но не искушай судьбу, не бегай. Я тоже вот не помню, вроде как-то на X2 объясняли. Побежали, ребят. Кто там скол, как верит? Баба. На элемах что будешь банить, фирять? Что, элема банить, фирять, да? Покидаешь на пару элемов там это, ЛПшки, чтобы хотя бы не на хилов шли. Да, да. Ну, бомжей там призвать надо. Да не надо, они там, блядь, начнут бегать и под эту хрень. Херня произойдет. Не, ну я одного забаню, типа. Ну одного и забаню, одного пару ЛПшек, да. Одного забаню, второго фернешь. Сразу минус 2 моба. Беги, малышка, беги! Ледяное прикосновение. Изи, босс. Манекен очередной.
Мне поинтересно. Блин, вам пока что везет. Вам ту, вас тупо буря вкидывает. Ну и притягивает. Да, буря была бы еще рабочая. Было бы поинтереснее. Ну да. Скажи спасибо, что она сломана. Ну его нафиг, еще и эту механику тут исполнять. Ну она не опасная, в принципе. Там видно, куда она идет хотя бы. Полкруга типа в буре, полкруга нет. Все остальные дергаемся. О, видишь, даже ДБМ метки вешают. Расслабились. Одного бана, другого фирм. Они ждут там минуту вроде бы. ЛПшки просто мне восприимчивы. А, понятно, тогда забей болт. Ну я таунт дал. По двоим. Сейчас третий. Где еще один? Продвигаемся. Сейчас горным ловишь. Сука. Лол. Что это за дичь? Это называется я... косты кикать надо. Хили, один хил у вас. Блять. Не двигайся. А вот это прикольно. Не двигайся, я не знаю, как-нибудь добиваем. Да сейчас эти пропадут. Шама, подхиливай танка. Трика. Да. Косты, не, косты, вот кто кикал? Там скажите. Все упали просто, там упали 5 человек. Нет, вот кто кикал косты? Да, ну, один я кикнул. Три коста только скикнули и все. И, ну, грубо говоря, вы хуйней занимались, не кикали никуда. А что у нас рога ФК? Три коста за весь бой. Рога? Ну. А что ты ФК? Я не АФК, я буду жду. А что мне? Все, умираем или нет? Или добиваем? Конечно, умираем. Че ты добьешь-то? Ну так а что мне? Не АФК. А что мне делать тогда? Предлагается. Предлагается тебе, ДКшнику и шаману Элему сбивать косты на боссе. Абсолютно все. Предлагается. Ну, я еще раз говорю, сбивал косты. Ну вот я. Там один тебя, я сбил, когда. Это надо. Короче, блин, на меня кипятите. Все косты нужно сбивать, вас трое. Да ну, блин, вы отбегаете, умрите, вы быстрее. Я не знаю, что они вот делают. Ну за этот бой сколько кикнули костов, можете? Вон, три. Тебе сказали. Три. Раза три сказали, что три коста за этот бой всего сбили. Слышишь? Да нет, это фигня какая-то. То, что босс начал это пить, и четыре элема нас расстреляли просто. Этого можно избежать, надо просто два элема, наверное, слить. Там здесь дело-то было, не в костах. Это надо бабкой. Есть еще более легкий способ. Все, потому надо что просто тикать косты, чтобы он не тратил ману. Ну да, правильно сказал. Кикать косты, чтобы не тратил ману. Вот я назвал три человека, которые могут кикать. Рога, Дука и Шаман. Шаман у него 6 секунд. Ну об этом мы услышали только сейчас, когда все умерли. Так вы первый раз тут? Рога, Дука первый раз? Нет, ну косты я здесь никогда не кикал. Все время убивали там. А Шаман? Не кикая костов. А Шаман первый раз? Да умрите вы что? Не отходите. Вот типа... Просто понимаете, обычно все время так, когда умерли, тогда начинается поиск иного. Можно было это делать, можно было то делать. Да не можно было, нужно было. Просто если. Ну так надо было об этом сказать, наверное. Ну это кто говорит?
Рога. Рога? Ну, Рога не был тут, а шаман ты был тут? Или тоже не был? Ну, ДК точно был. И мне интересна статистика, то бишь я прервал. Давайте, давайте не будем искать виноватых, давайте сейчас мы скажите, что нужно делать. Людейские стрелы сбивают, все, больше ничего не работает. Как называется каст, который сбивает? Людейские стрелы, все, больше ничего не работает. Там сбиваются все касты абсолютно. Есть... Сбиваются все, хотя бы один сбивается. Вот вам сказали, что вот есть огненный, есть ледяной. На огненном рога, на ледяном ДК, на всех чародейских шаман. И все. И будет заебись, и все касты будут сбиты. Вам же сказали, просто так получилось, сейчас еще 4 моба были, и он сел пить, превратил нас всех в овц. И типа мобы еще стали стрелять по нам. И мы просто сдохли из-за этого. Так бы могли добить. Если бы сбивали косты, он бы не тратил ману, как там сказали ребята. И сейчас просто так сделаем и будет заебись. Ретрик, это типа у вас гильдия этот World PvP? Короче.